Получить ответы на вопросы, связанные с обеспечением транспортной безопасности, сегодня мог любой житель Екатеринбурга. Общественную приемную организовали прямо на железнодорожном вокзале. Общественный совет призван наладить более тесную связь между транспортной милицией и простыми гражданами. В основном людей беспокоила сохранность вещей в поезде. За час работы совета туда обратилось лишь несколько человек. Такую низкую активность общественники объясняют плохой информированностью населения. Это первая ласточка. Конечно, это первый раз мы проводим такое мероприятие. Может быть, и мы где-то в чем-то не доработали. Люди не знают, какие вопросы тут можно задавать. Будем думать, будем в дальнейшем работать. Я думаю, что вопросов, конечно, много. Просто пока еще люди не готовы их задавать.